Как же я люблю ароматы! Приветствую вас, мои дорогие зрительницы! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам расскажу об ароматах, которые я выбрала на жару, то есть вот на самый жаркий период лета. Это вот сейчас июнь, и скорее всего в июле часть ароматов останется, но бывает такое, что они мне надоедают, и я делаю замену. Я выставляю всегда себе несколько ароматов, не один, не два, а стараюсь уложиться где-то 5-6 ароматов, чтобы они были разные, иначе мне становится очень быстро скучно. И расскажу вам сейчас про мои фавориты. Amazing Paradise — этот аромат сняли, к сожалению, с производства. Я в вопросе: зачем такой потрясающий, такой вот, я не знаю, такой легкий, сказочный аромат, который дорого звучит, и при этом он и визуально, флакон очень красивый, я его просто обожаю. Ну вот, его осталось мне совсем чуть-чуть, и заказать его уже не будет возможности, поэтому я его использую этим летом и уберу флакон в пустые баночки. Следующий аромат, его еще можно купить в распродаже, Sun Kiss Garden. У него есть яркий акцент, это грейпфрукт. Вот неожиданно для себя я в него влюбилась. Этот аромат я приобрела еще в прошлом году, и просто любовь случилась моментально. Я балдею от него, он такой освежающий, динамичный. Грейпфрукт — это просто аромат силы, такой бодрости. Сам фрукт очень люблю, и поэтому вот аромат тоже меня впечатляет. И кстати, вы можете еще успеть его заказать. Далее мой любимчик неожиданно тоже стал аромат Infinite. Как я уже рассказывала, когда его из пробника потестировала, он мне не понравился, я его сразу прям отвергла и сказала: нет, не буду. А из оригинала он совсем другой, и я его почему выбрала: хотя он и сладкий, но он не тяжелый. Как ни странно, даже в жару он не тяжелый, он кайфовый. И конечно, вот на вечер погулять, да и просто днем, когда есть утренняя прохлада, я им с огромным удовольствием пользуюсь, потому что от этого аромата у меня какая-то во мне просыпается безумная страсть и женственность. Вот я становлюсь какой-то вообще вот нереальной просто красоткой, себя ощущаю, ведь ароматы сильно влияют на нас. И я люблю аромат чувствовать. Как-то вот я слышала такое выражение, что если ты не чувствуешь аромат, значит он тебе идеально подходит. Я в корне не согласна с этим, потому что я хочу чувствовать аромат, я от него должна обалдеть, и он меня должен вдохновлять. Следующий аромат тоже не новинка, это Friends Word for Her. Этот аромат содержит в себе в сердцевину персик, тоже вкусный. Вкусный, знаете, как его бы описала? Когда я встретилась со своей подругой, мы стояли с ней, разговаривали, а я как раз перед выходом нанесла его на себя, и то есть он был очень яркий в этот момент. И когда мы с ней стали расставаться, она мне сказала: ты знаешь, я так не хочу уходить из этого круга твоего аромата. Я была просто поражена. Я говорю: от меня так, ну, хорошо пахнет. Она говорит: шикарно. Вот пока мы с тобой разговаривали, вот честно, я стою и просто наслаждаюсь этими нотами. Хотя аромат недорогой, он не стойкий, то есть он где-то 3 часа на коже звучит, потом я его уже практически не слышу. То же самое я скажу и про аромат Sun Kiss Garden. Более стойкие ароматы — это Paradise и Infinite. Это более стойкие ароматы, их я чувствую намного дольше. Далее вышел в этой же коллекции, как вы видите, одинаковые флакончики, новинка Friends Word for Her Tropical Sorbet. Этот аромат содержит в себе гуаву, по-моему, ландыш и кедр, то есть такой состав фруктово-цветочный. Но он, знаете, вот что мне напоминает: зелень, дождь, знаете, такое вот роскошная свежесть. Вот представьте себе, что скосили лук и еще дождь прошел, вот такой кайф. И этот аромат меня просто сейчас спасает. И когда жара, он у меня стоит сейчас, кстати, на столе, именно на рабочем столе, я прям беру вот так его воздух, пу, распыляю, просто
Я как будто оживаю. Вот вы знаете, когда цветок вянет, мы видим, что у него поникли листики, и мы наливаем воду, и буквально в течение часа он ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и поднимается. Так делает цветок женское счастье. У меня просто их много, и поэтому я знаю, что если только у него листья упали, надо быстрее полить, он тут же воспрянет. Вот у меня от этого аромата такое же впечатление. То есть я от жары начинаю скисать, мы еще не купили кондиционер, у нас реально на втором этаже жарко в кабинете, потому что прям окно бьет, в это окно бьет солнце. И я вот его просто пуф, и как будто бы меня полили. Вот это кайф просто. Поэтому если вы думаете по поводу этого аромата, он сейчас, кстати, идет по хорошей скидке, можно его взять и просто вот кайфануть летом, когда жара. И завершает нашу как-то премьеру ароматов Happy Desiac Woman. Этот аромат уже в моих любимчиках ходит с самого его выпуска, ну где-то года 4, да, этому аромату, мне так кажется. И это уже, наверное, четвертый флакон у меня, может быть даже, ну четвертый точно, не больше, потому что много ароматов, я просто не успеваю их использовать. И клубника, я слышу свежесорванную клубнику, ее очень много, и она просто распространяет свой аромат по всему дому. Вот так у меня отреагировала дочка, когда я первый раз получила этот аромат. Я его набрызгала на себя, и через некоторое время она пришла домой, а была осень, то есть клубники быть не могло, такой вот свежей, деревенской, с грядочки. Она зашла такая: мам, а у нас что, клубника? Я такая: нет. Она: мама, ты шутишь, у нас клубника. И она стала бегать по дому, в холодильник, на кухне везде, на лоджию выбежала, стала искать клубнику. Я говорю: Лера, нет клубники, нет. Она: ну пахнет клубникой. Оказалось, это аромат Happy Desiac. И вот мы его очень-очень любим с тех пор. Аромат Happy Desiac я слышу на своей коже также где-то 4 часа. То есть я хочу сказать, что аромат классно, когда аромат долго звучит, да? Кто-то любит, чтобы он день-два держался, особенно на одежде. Я так не люблю, меня полностью устраивает то, что ароматы держатся 4-5 часов, 6 это просто максимум. Большего мне не нужно на самом деле, потому что бывает такое, что я хочу поменять аромат. Если утром у меня было одно настроение, вечером у меня может быть другое, поэтому у меня всегда стоят несколько ароматов, я их могу то один взять, то другой. А что мне интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы любите ароматы. Так же, как и я, большое разнообразие и смену часто ароматов. Или вы возьмете один аромат, и пока он не закончится, вы не приобретаете новый. Поделитесь, пожалуйста, своим чем-то, да, таким. Мне кажется, многим будет интересно почитать другие комментарии. Что я вам хочу сказать? Классно, что у нас в нашей жизни есть такая горячая пора лета, когда можно отдыхать, загорать, купаться, просто ходить практически, да, раздетыми в легких сарафанчиках и маечках. И пусть эти ароматы будут прекрасным дополнением к нашему образу. Я вам всем очень благодарна за внимание. Если видео полезное, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Внизу есть колокольчик, если вы на него нажмете, то будете получать уведомления о выходе новых роликов. Я вам желаю всем классного настроения и ароматного, чудесного лета. Пока-пока! Кс-кс-кс. Иди ко мне, Паксюнь.